Журавли памяти. Для любого живущего в России это словосочетание говорит само за себя. Память о тех, кто прошел через горнило войны, она может храниться в самой простой вещи – письме, фотографии, фронтовой ложке. И через этот предмет сотрудники музеев пытаются рассказать нынешним поколениям о человеке, которому он принадлежал, о его судьбе и его подвиге. Проект комплексный. Конечно, как проект по содержанию, по своим, может быть, там воспитательному эффекту, он больше рассчитан, конечно, на молодежную аудиторию, а с другой стороны, это разговор профессионалов музейного дела, которые анализируют свои экспонаты, раскрывают ее глубже содержательно, историю этой вещи. К проекту присоединились более 30 музеев, каждый из которых презентовал свою разработку и оригинальное видение того, как рассказать о войне не столько в героическом, сколько в гуманистическом аспекте. Презентации и обмен опытом проходили онлайн. Проект осуществлен кафедрой библиотечной информационной деятельности гуманитарных дисциплин АГИКИ в рамках большой программы федеральной академического лидерства «Приоритет-2030», в котором наш институт является одним из победителей по Дальнему Востоку. Мы надеемся, что этот фестиваль будет способствовать консолидации музеев в их большой деятельности. Почему музейная коллаборация «Журавли памяти» актуальна сегодня? Организаторы считают, что необычный ракурс в сочетании с мультимедийной подачей поможет юным россиянам по-новому погрузиться в историю Великой Отечественной, увидеть за общим подвигом народа подвиг каждого отдельного человека. Каждый год в декабре, 9 декабря, по России отмечается День Героя Отчизны. И отсюда была взята идея, и сегодня вот актуальность данного проекта заключается именно формирование у подрастающего поколения гордости за историю народа, за победу, за героев отчизны. На то, чтобы сделать шаг от отдельных музейных кейсов к общему концептуальному проекту, у музейщиков есть год. В декабре 23-го они представят публике результат объединенных трудов под общим названием «Огненная выставка», который по-новому расскажет о героях и поможет сделать память о них бессмертной. Анна Пшенникова, Артем Алексеев, Якутск.